Друзі, всім привіт! Сьогодні буде історія, котра розірве шаблон автоподбору, тому що, як з'ясувалося, досвід наших технічних фахівців набагато дорожчий, ніж дорогуще діагностичне обладнання, котрим читать цей автомобіль. І все це лише на прикладі одного автомобіля, до речі, котрий трохи з часом подешевшав на 79 тисяч доларів. І це не тому, що ми старгувалися, тому просто прийшов час. Porsche 2010 року, машина 4,8 двигун, двигун це задіристий, машина вартує 27 тисяч доларів на момент огляду. Треба зазначити, що хлопчина, котрий купує цей автомобіль, він цей автомобіль возив на сервіс для того, щоб йому зробили ендоскопію двигуна. Ну, це ж 4,8, це самий задіристий двигун, що може бути теплонавантажений. Так от, треба тут заспойлерити, тут, в цьому мотору, задірів нема, але... Є дещо інше. Що, спрашуєте, ідіть? А ти не спрашував? Ну, ні. Я що, вчора не говорив, що буде осмотр? Не туди! Тільки, пожалуйста, без цієї вашої, ладно? Раз, работає, да? А ну, молодежь, это ж Porsche, да? Тут буде багажник или тут буде мотор? Блин, антифризом пахне. Я думаю, у мене такий запах знакомий. Да, это называется запах денег. Лампочка прикольна, как в шестерке у деда. По капоту. Капот крутился, регулировался. Я думаю, это просто регулировался. Или во время ремонта его просто снимали, когда ремонтировалось. Что-то обслуживание какое-то делалось, наверное, снимали. Этот самый капот. По крыльям. Тут все у нас вроде выставлено так, как и должно быть выставлено по заводу. Смотрим сюда. Так, эта фара одна у нас. Хэла оригинальная. Выглядит нормально. Конечно, оно тут много раз все снималось, ставилось. Тут провода не в креплении. Просто жгут лежит, а должен вот в этом креплении быть, в этом хомуте. Конечно, сложно найти тут место, которое не крутилось, еще не снималось. По морде, по пластику видим, что диффузор вот этот вентилятора, он 9-го года и целый. Говорит нам о том, что, скорее всего, деформации по передку тут не было, ничего не придавливало, потому что я думал, что бампер много раз крашен. Возможно, оно его куда-то там потянуло, придавило, и были ремонты. Но тут я смотрю, вроде все в порядке. То, что я сверху могу увидеть, я могу увидеть, что он запотевает теплообменник. Ремень навесного, смотрю, почти как новый, его, скорее всего, поменяли недавно. Так... Никаких тебе ни эмульсий, ничего. Да, мотор чистый. Распредвала, кулачки, в принципе, выглядят равномерно. Мотор относительно чистый. Цепь ходуном не ходит, не болтается. Опоры крутились. Опора, скорее всего, менялась, потому что сильно свежая. Ну, вот этот вот костыль. Пробка в порядке, пробка не намывалась. Антифриз выглядит, в принципе, я бы его поменял. Налит в нижнем уровне, его бы добавить, потому что вон палочка стоит не там, где надо. Под капотом у меня вопросов пока немного. Тут больше вопросов будет снизу. Из визуальных таких моментов лопнувший фонарь. Задний бампер плохо сидит на посадочном месте, немного выпирает сюда. Крышка багажника в заводском исполнении. Вмятина здесь на крыле. Вот. Это, скорее всего, от пистолета. И вот сам лючок, он немного криво стоит, как будто бы не закреплен. Видим, крашена, поддувалась дверь. Тут видим, еще немного тут шпаклевой зашпаклевано. Зазор слегка нарушен. Как вот здесь, так и вот здесь. Смотрим дальше, подкрылок стоит не на месте. Есть бампер под перекрас, полопалась краска. Вот это вот при перепаде температур, при следующих деформациях вот это уже получится подстреливать. Бампер уже красился. Он, кстати, под фарой наблюдается мусор вот здесь вот внутри. Тут у нас тоже все идет в заводе.
У нас тоже проклеена вот эта виниловая пленка. Тут тоже на бампере упирались, тут тоже есть складки. По-хорошему бампер на перекрас. Запесоченные туман, ну эти ходовые огни. Установили дополнительно сетку на радиаторы. Тоже все пластики, все стоит на местах. Радар чистый, радиаторы, ну так подвысечены, конечно. Особенно вот этот масляный, но в принципе нормально. Точно так же вот эти поводки повысекало, на поводках нету краски. Вот эта дверь у нас ремонтирована, вот покажу. Бьется тут под миллиметр, даже чуть больше миллиметра, где-то здесь шпаклевки. Дальше потом, если такие вот моменты здесь, сколы глубокие до металла. Раз, вот еще два, три, вот, ну короче, полно их. Так, двери вот эти вот задние регулировались. Открываются, закрываются они при этом хорошо. По передку двери также кручены. Это вот такой моментик, смотри. Сколько твой Passat стоит? Наверное, как это фара. Ну, это я и хотел сказать. Під капотом авто класний. Машина доглянута, мотор сухий. Розуміємо, що за автомобілем дійсно доглядали. Хоча Ярослав правильно сказав, цю машину треба, цей двигун треба дивитися знизу. По самому корпусу ми розуміємо, що там є недоліки, є подряпинки, є дещо. Але в чому тут западло? Трошки й треба шторку приоткрити, тобто занавіс. Доки Ярослав не заліз в салон, я зазначу, що заявленого пробігу у цього автомобіля 104 тисячі кілометрів. Поршевська тема, хто почти як в BMW. По вот этим всім штукам не сильно вірю в этот пробіг. Бурмістер, музика по-багатому. Нічого ще поки не крашено, а вже така подуставша. По сиденью. Сиденье тоже не расшивалось, сиденье не ремонтировалось еще. Они уже такие немного пожмаканные, но состояние как для ее возраста хорошее. Ремни работают, собираются. Ремни целые, немного помыть. Есть повреждения, царапины вот здесь. Достаточно такой закоцанный уже руль. Тоже есть царапины по коже. Есть некоторые мелкие повреждения, но это все списываем на возраст. Еще же та же история, как на всех Панамах. Вот тут протирает вот этот грубый сильный пыльник. Он протирает до грунтовки, часто даже до металла. Задний ряд эксплуатировался редко. Панели тоже обшиты кожей, тоже в порядке. Есть такие пару задирок, пару зацепов, пару потертостей, но это все опять-таки списываем на возраст. Машине на сегодняшний день 12 лет. Так, тут все есть, все работает. Царапины вот здесь вот есть. Есть царапины мелкие здесь тоже на материале, на коже, на этой. Неплохой сохран, тоже здесь маленькая царапинка. Эти все штуки, они все, если бы это было откровенно перекупская машина, они бы все убирались. Вот эти вот все штуки были бы зашпаклеваны. Простой смертный этого бы всего не заметил. Так, электромотор работает, поднимает крышку. Без рывков, равномерно. На вот этих вот фиксаторах, на этих замках протирается у них крышка до металла. Крышка тяжелая. Это как бы их болячка. Это не страшно. Вот оно об это место трется. И протирается. Точно так же вот проем. Почему у них часто проемы просто крашеные? Потому что вот проем уже до металла стертый. Вот что здесь, что здесь. Работает. Просто если долго смотреть на бампер, выпадает фаркоп. Ховайся. Ну, понимает он только украинскую мову. Тут все на местах. Тут крюки, буксировочные, ремкомплекты, компрессор для колеса. Все на месте, все есть. Куча запчастей сразу в комплекте идет. Понял, нормальный Porsche, он идет сразу вот так вот с набором запчастей. Сразу смотрим фары, тут уже полный порядок. Осторожно. Крышка закрывается плавно, не бахкает. Разбито стекло, не заметил я сразу. Вот, разбито стекло, форточка вот эта, трещина. Сиденья задние все же в хорошем состоянии, практически как новое. То же самое, тоже подтертый проем, точно так же вот здесь вот. Он протертый до грунта. Тут все тоже хорошо, тут все работает, все шевелится.
ремни работают, ремни ее. Есть мелкие следы на крышке, на лючке этого бардачка. Хочешь, я покажу этого умного человека? Идем. Смотри, тачечка огонь, да? Колеса просто бомба, да? На сезонность покрышек глянь. Это лето, я тебе объясню. Лето, вчера поставил. Что тебе в этом автомобиле похоже, как в «Жигуле»? А, я знаю, я понял. Что? С левой стороны запускалка. Запускалка? Запускалка. Странно работает, я же говорю, как будто бы продроги какие-то. Это у нее 104 пробега? Да. Как бы она в неплохом состоянии, скажем, по салону, но я не сильно верю. Они очень качественные по вот этим всем штукам. Не сильно верю в этот пробег. Нет, скажи им, что это самое, останется без еды на полгода, если что-то там сломает. Что там надо? Что там вы нашли? Смотри в зазор. Там дофига герметика, видишь? Ага. Так и должно быть. Нас просто дебилами назвали и хотим понять, обоснованно или нет. Скорее всего, да. Давление масла, вот есть номинальное, а есть фактическое. И фактическое немного не додавливает масло. Я би на це обратив внимание. Перед тим, як ми поїдемо на СТО, тут треба дати розгорнуту відповідь. Ярослав не даремно сумнівся в тому, що у цього автомобіля дійсно 104 тисячі пробігу. Хто знає, як зроблений салон Porsche, він зроблений якісно. Якість цих матеріалів також на висоті. Але износостойкість цих матеріалів і то, в якому стані, воно не відповідає 104 тисячам пробігу. Тепер, щодо електронних блоків. Коли з автомобілем ніхто там не ковиряється в мозгах, дуже легко його прочитати, всі блоки прочитаються, як отче наш, отак от береш Біблію і читаєш його. Але коли там роблять правки мозгу, там то, там сьо, і дуже часто виходить, що до одного блоку приєднаєшся майже миттєво, до іншого блоку воно там думає, потім викидує. І коли комп'ютер бачить, що з цим блоком двигун працював 2200 моточасів, начебто все збігається. Середня швидкість цього автомобіля була приблизно 38 км на годину. Але коли ми дивимося інші показники і бачимо, що загальний час був 4840 хвилин в інших блоках, то пазл трохи не сходиться. І тут ми розуміємо, що автомобіль потертий якісно. Чесно скажу, якісно. І, до речі, хлопці, хто оці блоки лампічить, я хочу у вас купити платну консультацію. Скажіть мені, будь ласка, як вони правильно це роблять, а я хочу це далі показувати людям. Я за це готовий заплатити. Хто знає, мій вайбер буде написаний внизу. Ну, а ми далі їдемо на СТО. Мне тоже Панама не нравится. Не конкретно это, а вообще, в принципе, это лично мое мнение субъективное. Porsche должен быть с двумя дверями и на механике. Масочка тут, конечно, нормально. А что по эндоскопии сказали, что нормально, да? Равномерно стертый тормозной диск без грубой сильной выработки. Пыльник полуоси наружный целый, пыльник полуоси внутренний целый. Запотеваний на редукторе я не вижу. Регулировочные болты с хода развала выставлены не в крайних положениях, выставлены нормально. Смотрим дальше. Стойки стабилизатора. Микротрещинки присутствуют. Сами баллоны, вот эта вся гармошка, пыльник так называемый, целый. Стойка сухая. Стойка стоит оригинальная по Саксу. Тут тоже у нас в порядке все. И стойка тоже сухая, тоже износ диска равномерный. Есть микротрещины на вот этих вот соленблоках подрамника. Больше возраст, это не то, чтобы пробеги, там это возраст. На камере не будет видно, демпфер менялся, это в принципе не хорошо, не плохо, это факт. Смотрим фаркоп, кстати, проверяли, фаркоп работает, фаркоп выпадает. Износ покрышек, кстати, равномерный. Так, тут все вот эти защиты. Кожухи, тут вся такая общая плита, все тут вроде на месте, все лючки
все крепления, есть небольшой прорез, вот где-то что-то задели, пороги при этом ровные, целые, все на клипсах, все на защелках установлено. По заводу катализаторов у нас тут нет, не похоже еще, чтобы сюда лазили. Из сальника вон на раздатку, что с одной стороны, что с другой, есть запотевание. Этот диск красился, видно вот следы покраски, может это даже следы ремонта. И это следы ремонта. Этот диск варился, этот диск ремонтировался. Износ дисков тормозных равномерный, не закусывает суппорта. Пыльник на шаровой в порядке, пыльник на наконечнике рулевом в порядке, пыльники на осях наружный целый, внутренний тоже целый, сальник полуоси имеет минимальное запотевание, развальные вот эти вот шайбы тоже, в принципе, установлены. Этот менялся недавно, свежий видно. С раздатки, да? Ну да, оно видно было и с той стороны тоже, что с раздатки течет. Ну и при замене масла, похоже, да, но теплообменник не, это просто на него натекло, да? Патрубок охлаждения интеркулера тоже запотевание есть раз, но только с одной стороны. Опора вот такая гидравлическая, сухая, она очень дорогая. А вот тут все-таки что-то сверху, наверное, еще собирается, потому что... При замене, хотя может просто действительно кольцо по передней крышке Грэма. Тут вопросов у меня нет, тут все вроде сухо, выглядит нормально. Прилетело камушком, что-то оторвало. Вообще подкрылок вот этот вот весь лопнутый. А это то, что снаружи было видно, что он плохо висит. По силовой части, по лонжеронам порядок. Он тоже сверху, кстати, патрубок тоже ссыться. Никаких ни повреждений, ничего. Вот тут вот у нас был удар, было ДТП мелкое. В принципе, по двери, даже вот через грязь, немного видно шагрень нарушенную. Опять-таки, не сильно критично. Тут немного не совпадает зазор, если снизу смотреть. И... В принципе, по кузову, еще вот тут пройдемся, понятное дело, губа вся ободрана, вот тут вот даже шпаклевка есть. Также тут видно было, что где-то упирались бампером, потому что вот этот диффузор, он тоже собран так, просто собран. Как бы мы смотрим на бампер как на расходник, поэтому вопросов особых нет, но вот это все, это, конечно... Некрасиво. Гнута кромка по радиатору нижнюю. Вот на этот кулек почему-то верхний, нижний патрубок почему-то сопливит. Замахрило его так нормально. Что нижний, что верхний. Все нормально. Ремонтировалось просто одно колесо, один диск колесный. Раздатку перепаковать бы не критично, но маслообразования такие уже присутствуют. Это даже не запотевание масляное, уже маслообразование прям. Второе, по мотору именно все сухо, нету никаких там проблем ни по коробке, ни по мотору самому. На правый радиатор интеркулера потеют патрубки нижний, верхний, причем левый нормальный, правый прям запотевание. По пробегу я не могу подтвердить. Вот реально. Я не могу подтвердить, что он родной, и не могу подтвердить, что он скрученный. Мне не нужно вообще. Зараз щодо пробігу. Тут, напевно, я хочу процитувати слова Ярослава, котрий написав. Мені не соромно сказати, що я не зміг докопатись до істину і дати точну інформацію по пробігу. Я впевнений, що він коригувався. Я сказав це замовнику під час огляду і після нього. Я прекрасно розумію, як веде себе лаунч, коли автоблоки затирали та коригували. Замовник просто придбав наш досвід. От тут я підпишусь під кожним словом Ярослава. Замовник дійсно, він придбав наш досвід. І безплатним бонусом він отримав огляд, детальний огляд автомобіля. Ну, у мене все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.